Может, сейчас будет нормальное качество, нет? Посмотришь сейчас, когда выйдет. А я интернет включила. Я интернет. Это из интернета. А да? Я же выключила интернет. Маша, а как ты? Зачем ты его выключаешь? Я не пойму. В смысле, я выключала там, на ЛТЕ сидела. А что это? А дома ты Билайн. А там что? Здрасте. И снова. Уважаемые дамы и господа. С вами в эфире Мария Ко, Ольга И, Владимир Йо и главное Инста-С. Я вас всех безумно люблю, уважаемые дамы и господа. Сегодня в ночном эфире мы позволим себе бокальчик винца, потому что я, честно, сегодня чуть не застрелилась от страха. Да простит меня мой массажист Стасик, потому как завтра он придет и скажет: «Маша, скажи, какого я тебе делаю массаж, бью по твоей попе, чтобы она стала бразильской, если ты бухаешь?» Надо его блокирнуть в инсте, чтобы не видел меня. Он мне сегодня писал: «Доброе утро, ты мне сегодня снилась вообще, понимаете? Уровень. Сейчас качество лучше». А где гость? Гостя в студии сегодня, к сожалению, нет. Гостя в студии. Сегодня достаточно меня. Your body is very beautiful and very full for me. Please let your friends watch your body without clothes. No. Когда эфир с Гордоном? Эфир с Гордоном будет ровно. Я не знаю, через сколько. Блин, я в него влюбилась, ребят. Я реально сидела на него, смотрела, как, знаете, как будто я змея, которая играет, и она вот так вот делает. Я реально не думала, что мне так может понравиться Гордон. Я шла к нему реально с негативом. И когда я его увидела, я просто сижу, вижу его умные, светлые глаза, и я понимаю, что вот, блин, вот с таким мужиком я переспала. Мне прям импонирует Познер. Вот Познер прям вот безумно мне нравится. Гордон, я не знаю, ну вот это гениальные мужики. Спой. Ребят, стол заказов сегодня закрыт. Была Земфира, не было Лондона. И вообще, если честно, я так устала, что у меня просто нет сил. Как перебороть страх перед большой аудиторией? Я еще раз всем говорю. Нужно знать, что ты, ну, рано или поздно умрешь. И когда ты понимаешь, что ты умрешь, да, в конце, и неизвестно, когда конец, да, то в голове происходит щелчок, и ты понимаешь, что вот нужно здесь и сейчас жить. И твой страх, да, ну чего ты, например, боишься, что ты потеряешь сознание, что у тебя будут трястись руки, ноги, это все фигня. Да, у Гордона, наверное, хорошее настроение, мне повезло. У меня завтра же съемки. Вы знаете, да? Мам, ты что-нибудь приготовила к съемкам? Нет. Маша, как? Я ничего не только не приготовила, я настолько выдохлась морально, истощена сегодня. У Гордона седьмая жена. Лучший девиз. Я всех вижу первый и последний раз. Это у кого? Что кушаешь? Я ела семгу. Кусочек семги я и купила. Огуречек. Так, дочь, или кто ты? Ты прямо сейчас у меня отправляешься нахуй. Вот, все. А что, плохо что-то написала? Сказала про меня. Ты говорит, это. Не надо, не повторяй, не хочу слышать. Не хочу, слава Богу. Я не верю в твои посты. Слава Богу, что ты не веришь. Потому что это реально страшно. Лучше бы это было выдумкой. Я на тебя не обижалась. Я всех блокирую, да. Я прям всех. Вот эту Хану уже заблокировала, ребята. А, Маш, сегодня мне опять Вероника Маслова вышла ко мне в прямой эфир. А. И она спросила, говорит, Маша меня так и не это. Чего? Ну, не разблокировала. Мам, Вероника Маслова написала какую-то фигню. Машуль, передай привет моему сыночку Сашеньке. Молодец, Маша, спасибо. Скажи Сашеньке. Мань, мне так грустно. Почему тебе грустно, доченька? С этой историей покончено, и как здоровье твое? Я все напишу. Убери волосы с лица. Ребят, правильно. Мам, а где твой телефон? Я хочу посмотреть, сколько мне комментариев написали. Машенька, вот ты знаешь чего? Я сейчас вот хотела... Блокирую дураков. Я буду всех блокировать, кто пишет мне плохое. Куда тебе холодной водички налить? Потому что... Вообще, вот ты сейчас соленого наешься,
Я уже не рада, что тебе купила. Вот, я вам клянусь всем. Не надо ничего. Что клянуться. Все, что я пишу, к сожалению, это правда. Это я пережила. Ну, Маш, не надо. Маш, скажи, просто сладкое мучное кушаешь? Нет. Нет, не кушаешь. Вот это... Мама, не обращай внимания на всех других людей. Да ладно, пусть пишут, что хотят, мне пофиг уже. Ну, это не пофиг, конечно. 751 коммент? Я не верю. Ну, Маш, верь, тебе там правду все пишут. Маша. Мама! Тихо! Ой. Сейчас эфир у Ромы. Эфир на Доме 2, где Марина отпрашивается у Ромы ко мне пойти. Иди включи быстрее. Да. А вот ее не пускал. Быстрее, мам! Я вас тоже безумно всех люблю. И мне приятно, что вы есть. Вы не представляете. Да. Вон мама пошла. Там реклама сейчас. Но вы не уходите от меня. Побудьте со мной. Че вы пошли смотреть Дом 2, что ли? Ну ладно вам, ну не это, не уходите от меня, пожалуйста. Я же так к вам долго шла. Машуль, не кушай на ночь икру, а завтра у меня съемки. А, прошел эфир, ну ладно. Завтра у меня съемки. Съемки передачи про меня будет на России 24. Я очень хочу, чтобы вы посмотрели все. Мы тут... Инна, скажи, ты рада, что сегодня все прошло? И так, мне так трясло. Я думала, я сдохну. А как нас в ресторане красиво показали, как я играю на скрипке, мама плачет. И Гордон так на это посмотрел. Все, мне нельзя ничего говорить, все. Спеть, да? Тебе спину не продует открытая форточка. 755 комментов. Здравствуйте, мои родные. Вы представляете, я не... Израиль, привет. Я не пошла сейчас в ресторан, да, на автопати. Fish and Meat очень крутой вообще. Я к вам шла. К вам шла, потому что я безумно скучала по всем вам. Вы прям моя семья. До всех уколов и операций на лицо. А я же вам показывала вчера, мои хорошие. У меня же... Ой, Владимир, пойдем в студию. Сыночка, Владимир Йо. Ты чё, дурной пёс? Поздоровайся, помаши лапой, вот. Скажи здрасте. С Ромкой о тебе говорили. Но Рома там про ляхи твои что-то ляпнул. Вы знаете что? А я сейчас просто ждала, Марины нет, я ушла. И показали, как Блюменкранц там уходит. И я подумала, ведь когда теперь обсуждают, что якобы вот она его не любила... Знаете что, когда мужчина вот так ведет себя, обманывает, пропадает на 2 дня, приходит время, и даже самая сильная любовь уходит. Вот и все. Я согласна. Да. Машуль, какое вино пьешь? Сухое, красное. 761 коммент. Мне безумно приятно. Вот клянусь вам, ребят. Мне настолько приятно. Ты прям стала неотъемлемой частью моей жизни. А вы моей. Я вас буду радовать. Завтра, пожалуйста, еще что-то... Расскажи еще что-то про последний пост. Блин, ну здесь мама... Что, Маша, опять? Мама сидит, и она... Для нее тяжело было про укол вспоминать? Ну, скажи сейчас. Маш. Скажи. Ай, Господи, все-таки ты написала? Да. Ну, я вам так скажу. Я когда вот сидела дома, и когда они уже с папой ушли, я вот так выла. Вот взяла подушку, и в подушку, пока еще ничего не знаешь, ведь знаете, просто умирала. Я сильно даже, выла? Ну, Маш, вы не... Вот как волчица, раненая волчица, как будто ранили смертельно, и вообще... Нет, когда ребенка отнимают, понимаете, у матери ребенка отнимают. Я вообще не представляю, как могут отдать ребенка в детские дома, как могут ребенка вообще кому-то отдать. Я вообще этого не могу понять. Как могут жить без ребенка, уйти куда-то вот какое-то время. Я не понимаю этого. Это самое ведь дорогое, что у нас в общем в жизни. Это было... Я смогла написать сейчас, ты не пиши об этом только спустя 9 лет, получается, 9. Да. Я эту историю
никому в жизни не рассказывала. Может, никогда нет, в жизни. Ну... Никогда. Не знаю, я не могу ничего говорить про Рому, потому что он как бы, ну, мужчина моей подруги, но когда он про меня сказал, знаешь, что я толстая... Нет, она, может быть, не может говорить, а я, ну, например... Ну, мне было страшно. Ну, я чуть не... Я маме тут же позвонила из туалета, она, это было ужасно. Нет, ты не позвонила, я прочитала, она... посмотрела историю. Как это? Что ты мне позвонила? Я историю посмотрела и увидела. Я начала писать Маше сообщения, которые она не читала, голосовые. Я вот реально плакала. И сегодня, кстати... Кто-то сказал на студии, больше Маша никогда не худей, которые вот, ну, знают. И сказали, никогда не худей. Вот она сейчас немножко похудела. И какие там ляжки? О чем там речь? Про какие ноги идет речь, когда идет о здоровье, о жизни человека? Не, ну просто знаешь, он знал, что я болела, да? И мне было очень неприятно, что он мне сказал, слышишь, что ты такая толстая, да посмотри на свою харю и ляжки. Но мне это все было неприятно. Просто. Он не сказал Харри, лицо. Ну, лицо. Но все равно мне это было неприятно. Ну, Маш, а что вспоминать сейчас? Уже забудь. Не надо. Все, о плохом. Особо, да. О плохом не надо, все хорошо. Как прибавить в весе? Я даже, ну как, есть, наверное. Вы знаете, каждому организму дано вот свое. И кто-то очень худой. Спасибо. И будет и так худой, и есть. Ничего страшного, если вы все едите, все нормально. Марина будет делать все, чтобы мужик будет говорить. Ну, не будем это обсуждать. Маш, что с животом у тебя? А что у тебя животом? А что у меня животом? А что у меня? Капсулы, капоклан. Ну, не будем про него. Нет, ни в коем случае, все, не говори. Я сейчас говорю, я его люблю, но это моя проблема, что я обиделась. Ну, на то, что я там толстая. Это моя проблема. Из-за подсказки хорошего по хирургу России для израильтянки. А, ну, Гайд Павлович Бабаян. Единственное, кого могу посоветовать. Я под него ложилась сама. Маша, здесь просто попасть на перезагрузку. Нужно отправить заявку. Маш, фигура класс. Ну, 800 комментов, спасибо. У тебя все очень красиво и хорошо. Блин, я в себе верю. Маша, подержи, пожалуйста. Африкантова же... Как вы, привет. У нас все хорошо. Ты очень эффектно, настоящий. Расскажи лучше, как набрать вес. Фото в интернете было после дома 2. Маша, тебе фигуру назовите 7. У тебя мамочка просто класс. Тоже поняла, что не надо ничего откладывать. Если платье красивое. Да, это правильно. Бабаян, да, Гайк Павлович Бабаян. Скажи, что ты от меня. НЛ нет, никогда не пользовалась. Я 2 раза пила коктейль. Маш, ты просто супер. Спокойной ночи. Я вас так люблю. Спасибо, что вы вышли в эфир. Несмотря на то, что ночь, вы не представляете, насколько мне это приятно. Вот вы представляете? Я шла... я не пошла в ресторан просто, чтобы выйти в эфир. Ну, не просто, а потому что я к вам хотела. У каждого свой вкус. Рома не один мужчина. Ну, да, собственно говоря, я и нормально на это реагирую. Надо мной Блюменкранц постоянно издевался, надо мной 2 года, ты толстуха. Я тебя видела вживую, ты супер, мне все говорят, да. И Кучеров мне говорил, что у тебя, говорит, толстая жопа, там, и волос, и руки. Волосы раскрутились, я их расчесала, когда сейчас приехала на этот... Нет, картошку я не ем. Я вот не сплю, смотрю тебя, рано вставать. Пожалуйста, требуем 2 эфира подряд, ложитесь спать. Никогда не пила никакие таблетки для похудения. Я взяла 1 раз тайские таблетки и чуть не умерла. Меня сразу положили в больницу. Маш, как пережить паузу в отношениях? Слушай, я считаю, что если берут паузу, то это уже что-то не то. Но это мое мнение, я вот не такой человек. А что в жизни, если ты родишь ребенка, да, и он скажет опять, извини, мне нужно взять паузу. Слушайте, у меня так болит, сука, живот после вчерашнего массажа. Он меня так нахерачил живот на сухую. Это просто жесть. Я тоже не сплю, смотрю тебя. Локоны хорошо держатся. Ну и дорогие, кто так говорит. Маш, давай мне свою... Покажи фигуру. Вот. Mm.
вот. Что? Не знаю, что показать. Вот талия моя. Что еще показать? Вот. Как? Вот она. Если втяну, будет худее. Вот. Если не втяну, так. А что показать? Я уже не засыпаю без тебя. Спасибо. Ты свою одежду, которую не носишь, понимаешь? Нет, я отдаю в детские дома все. Целыми днями на ногах. Я, знаете, просто падаю. Это я честно скажу. Я сегодня встала. Так, до 6 я писала историю сегодняшнюю. В 8 я встала. В 9 я вышла к вам в эфир. Потом погуляла с собакой. В 11 пришла стилист. В 2 часа... В час за мной заехал водитель из Останкино. В 2 я была в Останкино. В 3 начался эфир до 4:30. Потом мы приехали в Вегас Крокус Сити. Я встретилась по рекламе. Ну, я должна быть рекламным лицом одной компании. Пообедала в Зафирана. Очень крутой ресторан, всем советую. В сторис выложила. И пошла красная дорожка, и в жюри все. Маша, очень важный вопрос тебе задали. Если 38, человек не добился пока еще ничего, можно ли добиться? Вот, ну, во-первых, просто вы не нашли, наверное, то, к чему, что ваше. Вот правда, Маша, что-то вот... Что еще раз? Если 38 не добился, поздно уже? Нет, никогда не поздно, пока вы живы. Как фигуру показываешь, так сразу просыпается. Какой кошмар сейчас, бля. А что? Я в шоке. Забыл. Завтра ночь вместе проведем. Самый лучший день заходил. 19 марта иду на Лепса. Самый лучший день заходил вчера. Ехать было ли, пробыл до утра. Ой, а я Лепса тоже. Но пришла пора, и собрался путь. Но и ладно, пусть. Мотивирую. А как мотивировать? Он говорит, у меня сын. Так, как мотивировать? Это специальные практики дыхательные, которым ты посвящаешь, наверное, часа два в день и мотивируешь, и все шикарно. И все в жизни получается. Короче, самое главное, вот есть люди, которые чего-то хотят, да, но они в это не верят. То есть они думают, да, мы хотим, но это невозможно. Нужно вокруг себя создавать такую ауру, которая будет этому способствовать. Может, есть молодой человек? Нет. Ну, слушайте, я все время с мамой и в работе, вы же знаете, я практически не сплю. Когда зайдешь в эфир... Вот я ничего так особенно не хочет сказать, но вот, Ханна, ты сама дура, правда? Вот, поверь мне, вот ты просто тупая. А я же заблокировала. Ну, вот ты не заблокировала Ханну Руслану, она продолжает писать. Так я же заблокировала. Вот и ее? Ты когда-нибудь курила? Да. Я отвечаю честно на все вопросы. Начала там курить. Я на Сейшелах с мая начала курить, наверное, по 2 блока. За месяц. То есть я курила и курила. Лепсом не знала. Вот. Мама молодец. Я удалила ее, ребят. Что пьешь? Я пью винцо. Пью за ваше здоровье. Я благодарна, что вы меня дождались. Марию Ко. Заразился. Разве так может быть? Ну, я напишу дальше, что было. Вот. Это вторая страница ее. А, сейчас я заблокирую. Маш, ты планируешь провести закрытый эфир? Да. Маша, звезда наша. Я планирую, но просто завтра у меня опять съемки. Телеканал будет про меня один снимать. Ну, Россия, передачу. Наркотики, честно скажу, не пробовала. Нет. Как ты бросила курить? Я просто решила, что все. Машуль, дай совет. Даю. Не прощай предательство. Честно, да, я дура полная. Я знаю, что сейчас про меня многие говорят плохие вещи за глаза. Но Маша знает. Я знаю в лицо. Абсолютно всех, кто что... Помимо Леры Фрост. Очень известного человека, который про меня говорит говно. Я знаю. И Машенька, как печально. Написано, ты относишься... Как тебе в жизни Саша Шпак?
хороший, приятный очень мужчина. Маш, как ты бросила курить? Я просто решила, что все. Ай, бляха, муха! Иди ко мне, иди, упала, Машенька. Ой, Вова, Вова, Вова. Дай ему быстро огурца. Ай, дай. Он упал головой. Вы знаете, он прыгнул на меня. Ай. Ужас просто, прыгнул. Привет, парфюм-шоп. Дай мне, пожалуйста. Ну, пожалуйста, не... да, Ханочка, доченька, не пиши мне плохие вещи. Не делай так, просто выйди из эфира, потому что здесь сидят люди, которые меня любят. Как замотивировать мужчину зарабатывать деньги? Ну, пусть мамочка даст совет. Это вот я не знаю, у меня муж всю жизнь пахал, и когда ничего не было, просто был период, когда мы даже, знаете, пешком я ходила, не могла себе ничего купить. Мам, я прекрасно помню, и он пахал, как мы с тобой мечтали купить Твикс. Нет. Ровно полгода. Вы знаете, полгода мы с мамой мечтали купить Твикс, да. И у нас не было ни копейки денег. И все-таки муж мой пахал, всегда пахал. Его не надо было мотивировать. Он сам старался для семьи. Вы знаете, тут не знаешь даже, что делать. Не, мне странно, что те люди, которые состоялись даже, ну, как бы, из дома 2, да, они все равно говорят, я не понимаю, зачем. Так, Марина надолго улетела? Нет, на 2 недели вроде, как бы, планируется, мои дорогие. Маш, сегодня проходил конкурс красоты? Да. И знаете что? Он проходил справедливо. Меня это так порадовало. Я только начала свой рассказ про укол. Дальше начался ад весь, с больницами и совсем. Но я об этом напишу чуть позже продолжение. Мне тяжело. Не спрашивайте, пожалуйста. Ребят, завтра утром зависает. Я выхожу в прямой эфир. Эфир. Маша, вот что у тебя за манера? Ты у меня берешь... Марико. Дальше у нас что будет? Дальше к нам приходит съемочная группа России. А дальше у нас приходит Стас к нам в студию, собственно говоря. Поэтому у нас завтра насыщенный день. Любимое блюдо — сырая рыба, тартар. У меня очень хороший муж, живем уже 25 лет. Да, как тебе шпаг? Марине не тошнит дом 2? Оленька, нашла фотку. Ты, Саша с башметом, куда прислать? Да. Маша Мжельская нашла. Ой, Маша, а помнишь, Маш, где она? Мы с тобой, ты нас фотографировала. Блин, с Ростроповичем, Машенька. Маш, вот так бы хотелось эти фотки, где ты меня, Маша маленькая еще была, она как раз ему играла тогда, и ты сфотографировала, мы зашли в кабинет к нему, и такой снимок был, вот и вдруг ты найдешь, Маш, мы будем очень благодарны. Вы умнички, спасибо, мои родные, мне безумно приятно, что даже ночью... Вы со мной в эфире. Почему в студии? Что за название? У меня не прямой эфир. У меня студия называется «Стол заказов» постоянный. И студии в прямом эфире всегда Мария Ко, Ольга И, Владимир Йо и Инста С. То есть я это называю студию, потому что вы со мной как бы общаетесь. Ну, у меня такое название. И в студию всегда подаю какие-то блюда, которые мы едим. К нам приходят гости. Ну вот. Ты просто космос, когда тебя вижу, пока живу, розетка. Ты просто космос, когда тебя я вижу, пока живу, розетка. Ладно, шучу. Ты что шутишь? Завтра, как ты думаешь, у Саймона получится с Настей? Конечно, у них уже получилась девочка красивая. Но я, кстати, думаю, что ему нужна более такая эмоциональная девочка. Его будет привлекать больше. То есть он хочет вроде хороших отношений, простых, да, теплых, без каких-то взрывов, но тем не менее его будет тянуть к другому плану, мне кажется, в плане характера. Студия «Огонь». Да, мне тоже нравится. Маша, почему квартиру до сих пор не дали? Дали, вот здесь вот в Красногорске, рядом с нами, но там будет ремонт делать сейчас. Как вы оставляете Вовочку надолго? Какие планы на завтра? Спокойной ночи всем, кто идет спать. Я вас благодарю за прямой эфир. План на завтра огромный. Круто придумали, все прикольно. Да, то есть у меня здравствуйте в ежедневном, так сказать,
Ежедневная студия Мария Ко открывает свое вещание. Я хочу, чтобы у меня был вообще прямой эфир. Я буду иногда делать онлайн прям по 10 часов. Вот так буду делать. Мне кажется, это прикольно. Наш эфир огонь. Да, наш эфир самый лучший. Маш, почему ты, когда демонстрируешь свое тело, втягиваешь живот? Я могу не втягивать. Нет, втягивать надо мне всегда. Мама говорит, всегда мне мамочка в детстве еще говорила, нам с сестрой, девочки, втягивайте живот. И вот если вы воспитаете себя, натренируете, будете всегда втягивать, вы так будете ходить стройно. И мне балерины, кстати, бля, мои говорили. Бля, я же завтрака не должна идти. Все, не пойдем. Как Пинчук относится, что-то совсем она в непонятках. Ну, красивая как? 800... девочка, хорошая. Как? Она вообще несчастный человек. Потому что я же видела, как она была со своим парнем-футболистом, как она его безумно любила, с мамой с его была, как она замуж собиралась. Это большая трагедия для женщины, когда вместо того, чтобы выходить замуж, тебе просто говорят всего доброго. Это страшно. Мой цветочек Марии. Слушайте, я не знаю, почему плохо видно, потому что я выключила все фильтры и все остальное. Твое здоровье. Спасибо, мои родные. Машенька, ты пример для подражания. Береги себя и мамочку. Спасибо. Плохо видно. Завтра стартует конкурс. Я буду безумно счастлива. Эфир лучше, потому что вы самые лучшие. Спасибо. Завтра стартует конкурс на лучшее название для моего YouTube-канала нового, очень крутого, где мы с мамой будем. И не только, потому что там будут крутые экс-участники Дома-2. Не только из Москвы, за весь эфир. Поэтому тот, кто придумает лучшее название, получит денежный приз. А почему не спишь? Я хочу на секундочку взять, немножко на ночь спеть песню. Маш, ну я ж тебе не разрешу. Моя любимая. Пошли. Не уходи. Нет, нет, я не могу. И зачем? Если люди будут стучать, пусть тебе стучат. То есть ты что, не ремонт, сука, делают с утра до ночи? Это нормально, не дают мне спать. Сейчас спою вам песню на ночь обязательно. Ой, спасибо, вы молодцы, безумно приятно. Давайте споем песню. Подпевайте, пожалуйста. Ну, подпевайте. Мне приснилось небо Лондона. В нем приснился долгий поцелуй. Мы летели вовсе не держась. Кто же из нас первый упадет? В небе сгинут там ветхий мост. Утро, ты узнаешь утро, я узнаю позже. Слов дороже, ничего нет. Все, Вова достал меня, не дают спеть. Блин, почему, когда начинает петь, никто не дает? Ну все. Мам, ты не ценишь мое творчество. Ты губишь мой талант на корню. Я ценю, дочери. Я просто, это я, это Вова. Чуя. Мама сейчас придет, уже пришла. Сейчас я налью Вовочке попить, он не хочет. Мне все звонят. Так, дорогие друзья. Очень печально, что, наверное, мне придется закрыть рубрику моих историй, потому что я отдаю всю душу, чтобы написать, да? А мне пишут, что я это все сочиняю. Ну что, хорошо, пускай пишут. А тебе-то что? Просто неприятно как-то стало. Мне резко. Маша, люди. Бывает вообще много писателей, которые там, ну... Не, просто я реально всю душу отдаю. Маша, ты не расстраивайся. Это настолько неприятно. Все не отдавай, всю душу. Я сидела, я 10 дней не могла набраться смелости поделиться, и пишут такое говно. Ой. Маш, как начать снова доверять людям? Я все время еще подвох. Машенька, где топ покупала? Хорошо поешь. Спасибо большое, мои родные. Маш, ты просто прочитала, где топ покупала. И Маш, дальше пошла. А почему
Маш, пойдешь охуеть? Спасибо. Маш, ну что ты, где топ ты это купила? Срочно на сцену. Я тоже считаю, да, что мне нужно на сцену. Где топ? Victoria's Secret топ. Я покупала Victoria's Secret в Дубае. Оригинальный. Это была лимитированная коллекция. И у меня он очень, видите, здесь тоже кружева. И там такой же белый. Не обращай внимания. Ну, просто как-то обидно. Ничего не стоит из-за всех единиц лишать всех радости. Правда. Ты что вообще? Ну, вообще, да. Мне кажется, это больше завистники пишут, да? Или какие-то злые люди, не знаю. Маша, мне тоже не поверила, извини. А, серьезно? Ну, ладно тогда. Ладно, ну, прощаю. Раз ты говоришь извини. Да, я сегодня была в жюри конкурса. Мне было безумно приятно. Я вопрос даже задавала. Меня представили так круто. Ой. Приятно все это. У Гордона вчера был день рождения. Говорят, да. Да, не говорят, а так и есть. В общем, и он офигенный. У тебя грудь размер 4,5. 4-4,5. Да, я знаю правду, остальное не важно. В зале занимаюсь. Мама, у тебя золото. Это правда. Победила девочка 10 номер. Очень красивая, прям вообще роскошная. Красивая, да? Ой, такая красавица, черная. Знаешь, почему она победила? Нет. Она была единственной харизматичной. Там девочки были красивее, чем она. А она была харизматичной, раскованной, и все. Да? Да. Ну да, я просто знаю, что есть люди, которые меня безумно любят, и мою маму, и для меня это самое главное. Пусть пишут, что хотят. Вот и все. С другой стороны, у каждого имеет право на свое мнение, потому что тяжело поверить в то, что со мной столько произошло, и это правда. Маша, а ведь правда. Слушай, каждый, и не надо, вот, надо оставлять, пускай у них будет свое мнение. А что ты сразу там обижаться? Пухленько не дали места. Вы знаете, мне было очень... Жалко ее? Успеха можно добиться в любой области. Мне 16 номер понравился. Слушайте, ну мне просто так... Мне больше всего понравился, короче, 20 номер. Мать двоих детей. Красавица накачанная. Короче, много всех было. Хотела включить эфир, но я не могла включить, потому что у меня сел телефон. И, в общем... Мне очень понравилась пятая. У нее целлюлит нереальный просто. И она вышла реально без... Ну, она вышла без комплексов. Мне это очень импонировало. У нее вот такие ляхи и целлюлит вот такими буграми. Да ты что? Очень сильный целлюлит. Огромный. Ну, как же так? Она что-нибудь делает? Ее спросили? А? Что-нибудь делает она? Она просто чувствует себя звездой. Вот повезло. Ну, и чем? Это удача, я считаю. Победил 10 номер. И это чисто приятно. И очень красивая была 7 номер. Просто необыкновенно красивая девочка. Ее фамилия Рак. Прям необыкновенно. И очень красивая еще одна была девочка. Номер, кажется, 9, Аделия. Но она такая тупая. Ей главный, кто устраивал конкурс, да, он ее спросил: назови 3 достопримечательности. Он назвал в Питере. А ты назови в Москве. Ну, извините, можно назвать, там он культурный назвал места, назвать, там, я не знаю, Третьяковская галерея, Большой театр, Московская государственная консерватория, Международный дом музыки Спиваковский. Я не знаю, просто, ну, который Спиваков, столько мест, она сказала, а я просто красивая, мне ничего не надо. Но это тупой ответ. Нет, очень. Ну, ответ неправильный. Это просто хамство. Я считаю, что какая бы женщина ни была красивая, с лица воду не пить. Вот и все. И поэтому дали той, которая просто ходила харизматично и реально отдавалась. А все остальные выходили с какими-то унылыми лицами, и это мало приятно. Очень. Маш, не выплескивайся. Да. Хотела сказать Гордон. Бабаян включал эфир. Да? Включал? Да. А он за кого болел? Он, ну, единогласно номер победил. Все проголосовали, это не вранье. Прям все одинаково. Да. Очень приятно было, что ничего не куплено, и для меня это прям было удивление. Мань, сколько весишь? Как правильно худеть? Просто для большинства мерил собственный опыт. Не надо их осуждать. Да, не буду. Иметь, начать и не стесняться других.
Я так скажу, что если ты себя не полюбишь, тебя никто не полюбит. Я когда была на Доме 2, считала себя уродом. И ко мне так и относились. А потом я стала считать себя красивой. Машенька, нет. Дело в том, что тебе меня так внушили. Меня там реально мужики гнобили. Да, вот я говорю, Блюменкранц, там, Кучеров мне постоянно подъё. Но неприятно все это было. Да-да, Бабаян эфир включал, но ничего не было слышно, я не хотела. Хотела с вами выйти и сразу вот тем, что я накопила за день, эмоциями поделиться позитивными, чтобы у вас был заряд. Поэтому я не хотела зря выходить в эфир, как бы все. Какой у тебя размер груди? У меня 4,5. Маш, ответь, куда летом планируешь? Слушайте, я вообще никуда не планирую. Я хотела столько раз сейчас улететь, но просто все деньги куда-то уходили, и поэтому не получилось. Поэтому что зря говорить. Мы должны вот сейчас улетать в Ялту. С мамой на конкурс красоты. Вот буквально 1 числа. Мамочка, да, мы летим на самолете. Я сейчас признаюсь тебе при всех. Маша, мы не на поезде едем. Вот. Ну, опять травишь. Да, я при всех сейчас говорю. Чтобы ты не имела права мне отскочить. Но лицо попроще сделай. Попроще. Друзья мои все на Мальдивах. Я, может, тоже отскочу к ним. Ну да. Ну что ты смотришь на меня? Маша, такая молодец, такой денек выдался. Так у меня каждый день такой. Как? Маша, ты классная, спасибо большое. Мне очень приятно, что вы так говорите. А главное, что в 1:12 ночи меня все дождались. У меня просто шок. У меня реально шок. Ты будешь выходить в эфир в Ялте? Я буду вести эфир там постоянно. Просто. В первую очередь хочу у вас попросить поддержки. Те, кто не будет спать у нас. Мы будем взлетать где-то в 7 утра. И я все это время буду с вами на связи до самолета, чтобы вы мою маму поддерживали. Потому что с мамой это очень тяжело. Принцесса, нас двое зрителей с Воронежа уже. Ну, это просто сказка. Я вас всех целую, мои дорогие, мои родные. Безумно люблю, вы сами все знаете. Привет, привет, мои хорошие. Шпак очень приятный. У него образ фрика, но сам он по себе очень приятный мужчина, кстати. Да? Ну да, если его можно так назвать. А кто он вообще? Не знаю, кто он. Откуда ты знаешь, что Шпак? Какой твой... Чё, как не дождаться передачи своей мамоле? Передай своей мамоле привет. Как хватает времени выспаться? Я не сплю. Я вообще не сплю. Мы всегда на связи. Жанночка, спасибо. Я сплю по 2 часа в день. И помните, тогда вот у меня были мигрени. Я думала, все. Я думала, что я тогда умру. Я пришла в Элли-стрит, где покупала красный костюм. Помните, да? И тогда я начала прям терять сознание. Я приехала на такси, взяла, легла, и я не вставала 2 дня. Только к вам приходила на 5 минут, на 10. Тогда в эфир. Красногорск. Это я с вами. Вот я сегодня, между прочим, гуляла с Вовой, и совершенно вот у меня прям вот настроение повысилось. Поняла? Гулять надо ходить. Мамоль, любимый сыр? Блин, слушайте. Сложно. А вот ты розочками я любишь? Я очень какой-то. Люблю розочками. Вон килограмм да. Стоит 1006, наверное. Но я иногда беру. Розочки. Еще что? Передача с Гордоном сообщу. Всех люблю, да. У нас тоже 3 часа. Блин, у всех 3 часа ночи, и все сидят. Что, ложимся спать? Привет, все. С Каспийска. Привет, мои родные. Рома Капаку называет толстый? Не знаю, мне тоже неприятно, но что делать? Ну, он спортом занимается сам. И Марина худая у него, он ее тоже, видимо, держит. Так, нет, мы улетаем в ночь с 28 на 1. Маш, скажи, у тебя были проблемы с кожей лица? Нет, никогда не было. Были. В подростковом периоде были. Посоветуй фильм и книгу. Так, у тебя классный вкус. Какой фильм? Мам, какой фильм? А какой, не знаю, какие, не видели-то. Ну, какой твой любимый, посоветую. Ой, мой, я очень люблю «Москва слезам не верит», если они не видели. А «Любовь и голуби» шикарные совершенно. Потом вот «Список Шиндлера» обожаю. Плакала, слезами обливалась 2 дня. Слушайте. Что, говори. Я вам... Ну, выйди в студию, представься, кто ты? Но тебя же никто не знает. Я знаю. Как себя зовут? Я мама Маши Кахно. Нет, а как у тебя здесь? У нас в студии. Ольга. Нет. И. Ольга. Молодец. И. Вот слушайте, я узнаю одного человека, мой знакомый, который мне поставил этот фильм.
я хочу его еще раз посмотреть. Голливудский старый. Обалдеть! Просто! Надо его будет только в интернете найти. Маш, напомни мне специально вот для этих людей вот этот фильм. Маш, сосредоточился очень, Мусенька. Сосредоточился, расслабься. Все, у тебя классный волос, шикарный. Спасибо, спасибо, родные. Маш, какой аромат подарила? Марине, как у себя. Сейчас покажу вам. Я сейчас подожди, покажу. Парфюм. Я думала, она с телефоном ходит, и я бы с вами посидела. Вот. Парфюм для Марины какой был. Машенька, надо уже спать. Дочь. Это моя любимая. Я сейчас подушусь, мам. Нет, 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 не на кухне. Вот. По всей квартире лежит, Маш. Да. Маш, ну зачем на ночь? Я это, ты же знаешь, что. Я очень люблю. Ну, хороший, конечно, аромат хороший, очень вкусный. А это не мои студии? А, нет, мои другие. Я думала, ты моими душишь. Смотрите. Видно, нет? Очень вкусно. Операция на груди 500 тысяч. Я Машка, так. Пока уже оформляет квартиру. Да, да, все уже делают. Молодцы. Красота. Спасибо. Мне, знаете, мне так приятно. Мне стали говорить, что я красивая. Слава Богу. Не знаю, мне так это приятно. И сейчас я была на конкурсе, ко мне мужчины все подходили, я с тремя даже обменялась телефонами. Короче, мне очень приятно. Ну, это еще ничего не значит. Не видно. Привет, привет. Привет. Как, где можно купить? Парфюм шоп 999. Полностью название скажи. Монтале. Боизефруите. Боизефрут. Коричневый флакон, скажи. А, где загорала? Черника. Черника. Слушайте, я хочу посмотреть, сколько... Мама, у тебя 16 100 человек к тебе подписалось. Не верю. Вы представляете? Я в шоке. Спасибо. К маме подписалась. Попку. Блин, ну что мне показывать? Вот. Большая. Машенька, я надеваю ночную рубашку, поэтому ты меня, Маша. Что ты надеваешь? Если бы ты знал, как мне жаль. Если бы ты знал, как болит. Если бы ты видел мою печаль в лицо, ты бы знал, что она говорит. Ты очень красивая и эффектная стала. Серьезно? Блин, мне так приятно. Честно, да. Предавший однажды предаст и не раз. Это я по себе уже знаю. Это топ Victoria's Secret. А у меня их еще несколько. Сейчас вам покажу, принесу. Скажу, у тебя ряха... Да! Он, да, в эфире сказал, что у меня ряха. Мне это очень... Ну, не хочу об этом говорить. Не буду больше с ним общаться. Все, не буду. Если Марина теперь будет со мной встречаться, то без него. Все. Я к маме сегодня подписалась. Она... Спасибо, спасибо. Я как добиться? Много занимаюсь спортом. Не жру ни хрена. Иногда падаю без сознания. Это же бред. Фигура супер. Сок. Вы замечательны. Спасибо. Я так жду, что вы посмотрите эфир Первого канала. Мне очень хочется, чтобы вы посмотрели. Просто. И чтобы вам стало приятно, что ну, не только вы меня оценили. Вот. Потому что меня всегда лажали везде. Да ладно, он шутку. Ну, знаете, блин, я еще раз сказала, что я знаю, но мне было неприятно, потому что я болела. Вот и все. У меня это все равно бздык на тему фигуры. Почему Марина его не дергает? Ой, Марину вообще не трогайте. Она и так уже бедная, замучилась. Ее не отпустили на мой концерт. Давайте что-нибудь споем. А,
Принести, да, топы давайте, сейчас принесу. Эфир, я скажу все. Давайте песню спойте со мной. Почему так удаются мысли? Почему так часто меркнет свет? Я к тебе пришла из прошлой жизни. В этой, где с тобой место нет. Я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Если вспомнишь, меня забудь, а вернешься, меня здесь нет. Ты мой талант губишь на корню. На корню загубила мой талант. Может, я была бы гениальной певицей? Губишь талант в студии, весь талант сгубила мой. Ну ладно, не дают петь. Ничего, честно, не дают. Я сейчас тебе покажу в рубашке, цветочек. Сейчас цветочек покажу, в рубашке в цветочек покажу сейчас тебе. Ну единственное, ты начинаешь громко заводиться, понимаешь, ну нельзя. Слушай, давай честно, я сейчас тебе расскажу. Сегодня... Меня 8 утра, сука, подняли соседи своей дрелью. Сволочи. Ну, серьезно. Дагестан, привет, родные. Ну, они реально не дают спать, сука. А, топики забыла. Рано. Завтра в 7:50 за мной заезжают. Я уже ничего не буду, бля, есть все. У меня уже еду отобрали. Я вот выпила бокал вина небольшой. И на этом все. Ты классная. Завтра стартует конкурс. А ты операцию на ягодицах делала? Это что такое? Нет. Я хочу вообще быть... Я хочу играть в театре, это мое. Хочу играть на скрипке, сольные концерты. Хочу играть в театре, в спектаклях. Выпустить книгу. И в кино сниматься. Видите, мне предложили в кино, а я, к сожалению, была вынуждена отказаться, потому что как ты так пьешь и не пьешь? Да потому что у меня очень, знаете, сильное напряжение нервное за день. И я вообще, у меня голову не отпускает, потому что я сейчас уже пойду писать до утра книгу. У тебя был когда-нибудь не русский? У меня мало мужчин было. У меня был муж, потом парень, вот который перед проектом, и на проекте все. Сколько стоят духи в евро, Зайенька? Может быть, около 100 евро, да? Армения, родная Армения, привет. Ира, Шпак, хорошие ребята, честно. Маш, кто у тебя кумир? У меня нет кумиров, я считаю, что это бред полнейший. Знаете, человек, который играл концерты Чайковского, ну, слушал музыку Рахманинова, воспитывался, для него сложно иметь кумиров кого-то из современности. Маш, ты уже 3 дня как заново подписалась на тебя. Умираю от смеха, когда смотрела на тебя. Маш, спасибо, что делишься своими историями с прошлого. Спасибо. Мне нравится, ну, мне приятно, что вы так говорите мне, вот. Потому что мне не тяжело даются. Как думаешь, будет ли Марина заниматься, если уйдет? Чем будет заниматься, не знаю. Честно, не знаю. Когда эфир с Гордоном? Я вам сообщу, завтра стартует конкурс. Не забудьте, пожалуйста, в нем участвовать. На лучшее название для моего YouTube-канала с мамой. Это будет бомбический канал. И тот, кто напишет лучшее название, выиграет денежный приз и еще кое-что. Грудь больно было делать? Умирала. Думала, сдохну от боли. Вот клянусь. Эта боль была невыносимая, как будто на меня наложили бетонную плиту. Плюс меня еще продюсеры... Не знаю, про май ничего не знаю, не спрашивайте. Вот, и когда
меня продюсеры резко вызвали на КВД. После, на второй день операции меня после этого слегла вообще окончательно. Мне нельзя было вызывать. Лоб не, не морщишь, это плюс. Слушайте, он у меня просто заколот ботокс. Давайте будем объективными. Меня выгнали из дома 2 за то, что я сбегала 3 раза. Меня продюсеры перестали отпускать к маме, которую папа бросил. Не отпустили к брату на юбилей. И набрали, что я пила утром на КВД водку. И я говорю, Йоси, какого хуя? Я извиняюсь, сейчас детей нет. Говорю, ты сказал, что я пью водку. Он сказал, меня попросили сказать. Это просто такой мерзкий тип. Ладно, я лишнего сейчас скажу здесь, мне кажется. Пуши, моя родная. Кто здесь? Кто в студию пришел? Покажись. Покажись. В студии. В смысле? Я еще раз тебе говорю, на лобном месте у меня Саймон пришел ко мне, обнял и сказал, я не знаю, как ты держишься. Он у меня... А что еще сказала? Что еще сказала? Мама недовольна. Да мне на эти топы, по сути, плевать. Он мне, Машуль, заплети 2 косички, завтра колосок. Я не могу, посмотрите, что у меня здесь. Я вам сейчас покажу. Мне что-то сделали, вот это полное, я извиняюсь, но я не знаю, как это назвать. Вот эти 2 прута, как будто, я не знаю, что это. Не делай грудь. Вот вы посмотрите, это просто, что с моими волосами, боюсь, что их не восстановить. Прочитала только что твой пост до мурашек. Не ожидала от ее, я тоже не ожидала. Передай Игорю Медведеву привет. Передаю. Это вы думаете, это от лака, да? Может, потому что мне 2 раза подряд... Вчера же мне делали, да, укладку на первый канал, на съемки, и еще на один эфир. И, короче, наверное, из-за того, что на те волосы завели эти, и еще лаком залили, да? Нет, это просто тройной слой лака. И вот, блин, жаль, вот вы не можете, короче, видно, нет? Как прутья. Тройной слой лака. Я просто попросила мне побольше залить. И сегодня еще перед съемками там залили. Передержали? А, ну может быть. Надо сходить сделать. Сделать эту. Счастье может для волос, не знаю. Мама спит. Не, мамочка не спит. Температура высокая. Короче, не знаю. Они прям жесткие такие. Голову помой, все пройдет. Как да, как антенна. Вредно, конечно, вредно. До 12 часов дня можно есть шоколад. Тема эфира какая была? Ты еще делаешь вакуум? Нет, я не то что вакуум. Я сегодня не ел ничего за день, кроме салата, и вот сейчас ел кусок рыбы. Все. Вы смеетесь? Нет. Вместо 1 волоса теперь 3 в 1. Да. Смочишь волос, все будет хорошо. Мама в студии, Ольга и... Ой, мне массажист написал. Манечка, спокойной ночи, он такой клёвый вообще. Счастье, это вообще бомба. Я писала, да, Жан, ты же сделала тогда после меня, да? Это офигенная тема. Тебя в 4 этапа делали? Ты классная, спасибо. Блин, мне так приятно, все это, что все в эфире. Маш, как похудеть? Вообще не знаю. Я не пропагандирую худобу. Привет, родные. Сколько лет брату? Он занимается музыкой. У меня 2 брата, 3 брата и сестра. У нас 5 человек. Дай маме спать. Да, я даю маме спать. А вы завтра выйдете в эфир утром или нет? Это плохо и мало. Да, в 4 этапа, да. А почему сама Майя не позвонишь? Я звонила, звоню постоянно, я очень люблю. У нас уже 8:29 утра. Какие планы на завтра? Завтра съемка. Будут про меня передачу снимать для России. Я включу эфир. Утром у нас эфир с Марией Ко. Завтрак. Потом у меня тренировка. Занятие на скрипке к концерту. 8 марта грандиозному. Потом у меня съемочная группа приходит. А потом у нас в студии будет Стас. В 6 вечера. Как один родной брат... Маруся, со Стасом вы хорошо бы смотрелись.
В каком возрасте на скрипке? Я начала играть в 3 года. Три. Нет, у меня один родной брат, и вот остальные двоюродные. Не-не-не, двоюродные. Да. Покажи, я больше не буду показывать попу. Все, я уже не могу. Вы что издеваетесь надо мной? Ты сегодня бутылку вина выпила? Это удача. 5 человек все родные. Во сколько лет играть? Ну вот, на скрипке я сказала. 23 февраля что будешь делать? Я даже вот не знаю. Зай, я всем скажу, где будет 8 марта. Сколько нужно энергии? Да, нужно ложиться спать, потому что, знаете, он, Децл, помер, бедный. Земля по всему будет пухом тоже. У меня перегруз конкретный. Я даже не могу голову отпустить. Я даже выпила бокал вина на голодный желудок, меня не отпускает. Хотя, ой, вообще кошмар. Все, я иду спать. Я иду спать. Давайте завтра с вами утром. 3 языка я знаю. Утром с вами увидимся. Все. Я вас всех очень люблю и очень ценю.